Трос сорвала на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. 3 дня его искали, улицу его именем назвали. Сейчас он официантом в Лондоне жалеет страшно. Ради нее он построил подводную лодку, чтобы плыть в Финляндию с ней. И она опоздала на час к отходу. А он, сука, ушел точно по расписанию. Как она рыдала, бедная, глядя на перископ. А он сидел в руке, принципиальный сволочь, в рубке сидел. Ей потом говорили: да не жалей, с таким характером и там никто жить не сможет.